Сегодня я в деревне Ларошет. Здесь есть свой замок. И я пройду по тропе. Опять же, как в прошлый раз, круговая тропа. 8 километров будет. Сейчас наступает весна, все цветет. Вот виднеется замок Ларошет. Впереди. Все выше и выше над деревней. Такая же длинная лестница между камней.
Это город, вид сверху. Вот деревня Ларошет. Флаг Люксембурга. Вот замок. Сейчас заберусь в эту башню. Еще раз видно замок. Нет, не заберусь, потому что здесь некуда забираться. Еще раз. Здесь просто такое пространство. Вот опять же стрелочки, которые показывают, куда идти. Сам замок уже пустой, внутри ничего нет, я там уже была. Посмотрю, получится ли сейчас зайти еще раз. Вон там замок вдалеке.
указатель опять. И здесь очень интересно так растет ветвь на самом дереве. Тропа пролегает через лес. И вот здесь еще вид на деревню Ларошетт. Видно огороды у людей, участки. По пути даже есть очень маленький водопадик. И рядом стол для пикника, если у кого есть желание поесть у водопада люксембургского. И снова подъем. Здесь какой-то алтарь. А, вот тут маленькая церквушка, по сути. И здесь вот тропа через дорогу проходит. А вот, кстати, указатель на город как раз-таки. Ларошетт. А по-французски, точнее по-люксембургски, Фильс. То есть абсолютно другое название. Вот на той стороне оврага я шла до этого. И вот я на подходе к замку уже.
потом продолжу в эту сторону, судя по указателю, но пока сделаю остановку в замке. Одену маску и облачу фото. Как оказалось, замок закрыт. Не знаю почему, поэтому только вот отсюда вид. В итоге оказалось, что все-таки открыт замок. А вот, кстати, украшено дерево в честь Пасхи, которое будет завтра. Цветочки цветут. И одуванчики. Вот сам замок. Никого нет. Цветочки растут здесь. Основание башни.
потом внизу деревня. Вон там вдали виден люксембургский флаг, там я начинала прогулку. И вот по той стороне в лесу впереди прошла и направо развернулась и сюда пришла. Замка. Судя по картинкам, здесь была раньше кухня, где готовили еду. Какой-то погреб. Thank you.
Хлеб. Похоже, здесь пекли. Похоже на главный зал, где были приемы. Камин, видимо, здесь был. И, судя по картинке, спальня. А вот туалет. В замке. Вот так выглядел. И еще одна спальня похожа. Для королевы. Ну или герцогини. А вот макет замка, какой он был раньше. Похоже, по макету я как раз таки вот в этом здании, которое самое ближнее на макете. Вышла из замка, спускаюсь вниз теперь. По лестнице, которая на макете, тоже, кстати, было видно. Thank you.
И вот я вернулась на тропу из замка и продолжаю движение. Камни очень типичные для Люксембурга. Кстати, регион, где находится Ларошет, называется Маленькая Швейцария, потому что пейзажи некоторые напоминают.
Вот ступеньки прям между камнями. Какой туннельчик. Какой где настоящий камень. Как дерево прям на камень оперлось. Тут тропа прям вот в эту черную дыру идет. Такие камни. И вот тропа, ступенечки. Здесь по пути небольшое озеро, точнее пруд. Такая лавочка с видом.
И даже место для пикника, для перекуса. Такая вот скамейка со столом, с видом. И потом все можно выбросить в мусорку. И, кстати, еще одно озеро. Пруд. Поменьше. Вот сейчас прохожу место с лошадками маленькими. И вот там вдали тоже есть маленький конь и большой конь. И вот из леса выхожу в саму деревню. Вот что-то тут цветет. Река. Вот вдали виднеется замок. Подъем наверх по ступенечкам опять.
такая беседка с видом на деревню и на замок. Вот весь Ларошет как на ладони. Но замок, наверное, не видно, так как солнце сейчас как раз напротив меня. Ну вот, деревню видно хорошо. А вот, кстати, ящерица на камнях. Две. Вот замок справа на горе. И я подхожу уже к завершению маршрута, я так подозреваю. Уже сейчас начинается спуск в деревню обратно.
Вот я спустилась к церкви. Деревья цветут. Вернулась на место старта. Вот здесь я начинала путь.